Это Игорь Алимов, мастер спорта России по рукопашному бою из Алтайского края. Именно он будет выступать в декабре на фестивале единоборств «Алтай. Земля сильных. Битва чемпионов». Сейчас призер Кубка страны находится на сборах с командой России в Балашихе. Оттачивает технику и попутно настраивается на своего оппонента Артема Анелькина. Соперник у меня из Республики Беларусь. Чемпион Республики Беларусь по нескольким видам единоборств. Мы с ним, думаю, покажем яркий и зрелищный поединок. Хочу, чтобы все болельщики поприсутствовали. Будет очень жарко. Алтай, земля сильных. Коллеги по рукопашному бою тоже считают, что поединок будет грандиозным. Во-первых, соперники равны. Во-вторых, ранее они никогда не пересекались на ринге, поэтому предсказать итоги схватки трудно. В-третьих, по утверждениям спортсменов, соперники имеют схожую технику, где в приоритете удары. Почему бой, мне кажется, будет зрелищным? Да, не кажется, а 100% он будет зрелищным. Потому что оба, да, бойца именно ударники. Ударники именно. Нету такого, то, что как сейчас, да, принято видеть. Один ударник, второй борец, чуть-чуть сразу борются. Да? Тут сразу оба ударники. В родном клубе техникой Игоря восхищаются как коллеги, так и спортсмены, которых он обучает. У него есть фишка, не помню, как это называется, удар ногой. И когда я его увидела, мне очень понравился. Первый раз у меня он не получался, и очень долго я его тренировала. Он зацикливал тренировки ради этого. Вот. И все-таки сейчас уже начинает получаться. Помимо рукопашного боя, на фестивале единоборств можно будет посмотреть на состязания спортсменов по панкратиону, дзюдо, кикбоксингу, боксу и двум видам карате. Также будет интересная развлекательная программа. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.